Всем доброе утро. Хочу вам показать пасеку, которую я вчера поставил на деревянные ножки, потому что на покрышках снутри муравьи гнезда делали, и весь в земле было, и днище уликов начало гнить. Вот я вам покажу сейчас. Вчера я чуть-чуть здесь ногами протер. О, посмотрите, сейчас улики к солнцу повернул. Они у меня кривые, там низкие были вообще работать. А сейчас вот посмотрите, сколько высокие вообще. Можно стоя работать. Это вообще хорошо, чтобы спина не уставала. А этих я здесь поставил. В один цвет. Тоже вчера целый день работал. Как сказать, пчеловод тоже зимой не отдыхает. Вот такой ряд у меня получился. Думаю, сейчас ящики не испортятся. Не будут гнить. Это тоже я покрасил. Давно высох уже. Это краска вообще железная краска, она с дерева, как сказать, ну как металл прилипает к нему. Поэтому я покрасил, что я там красил раньше, это вообще деревянная краска была. Она портилась. Это сколько не будет стоять там. Вот это вот очень хорошая краска. Вчера утром начал. Земля была, как сказать, замерзшая. Ломом дырки делал. Забивал тогда по 4 этих досок и на шурупу закрутил днище, не саму ящик, а вот видите, как на что она стоит, вот эти вот досочки закрутил шурупами, чтобы никуда не делись. Очень хорошо получилось. Вообще сейчас будем ждать лета. Весну. Это будет очень хорошо. Вон там эксперимент, я вот сюда перенесу его. Его в землю забить там досками, там понизу снег. Я жду просто, когда растает все. Потом сделать. Вот такие вот дела сегодня на пасеке. Вчера ночью только закончил. Поэтому снять не получилось. Никому не советую ставить уликов на покрышку. По мне ютубе там пчеловод писал тоже, что на резиновых покрышках портятся улики. Это один год там можно оставить, если будут долгое время стоять, это уже не надо там. Вот такие вот дела. У меня вот это вот улик, наверное, уже погиб, наверное, там мало пчелы осталось, как я тот раз снимал. Ну вот такие вот дела. Ну, всем удачи тогда. Что будет интересно, буду снимать, закину. У нас сегодня, говорят, тепло будет. Может, и пчелки вылетят из уликов. Не знаю, как, что. Видно будет.